обзор домика на 6 мест. Туалет, душ. Первая комната, тут две кровати отдельно стоящих, тумбочка. Коридорчик. Вторая спальня, здесь такая кровать типа двуспалка. Шкаф. И кухня. Холодильник, стол и большой диван. У нас бардак небольшой. И вот выход во двор. Здесь сушилка. Столик, стулья. Мангал нам принесли. Так выглядит сам дом. Тут еще второй этаж тоже есть, такой зеленый. Бассейн. Восемь часов утра, людей никого. Ну, в принципе, и вечером тут тоже никого не было. Вот слева Мариуполь, если вам видно, там заводские трубы. Пансионаты, людей сейчас мало, поэтому вот такая вот картина на протяжении всего пляжа. Я туда ходил, там примерно километр, людей нет, это середина июня. Море теплое, приезжайте, купайтесь. Да, и кто говорит, Азовское море фигня, черное лучше, так вот это не так. Оно не хуже и не лучше, оно просто другое. Именно поэтому, знаете, на территории Азовского моря очень много пансионатов. Люди приезжали оздоравливаться. Причем, насколько я помню, именно на косе, там именно для аллергиков было. Там очень много каких-то водорослей, выделяют какой-то там особый кислород. В общем, лечатся те, у кого проблемы с дыхательной системой. Вот, не сказал, пляж относительно чистый, там сильно много бычков, окурков, там бутылок каких-то я не видел. Да, выходим с пляжа, сразу можно вот ноги сполоснуть, чтобы мы не ходили песком, не трусили. Так, ну и вот тут вот такой бар, тут чебуреки, пиво, можно будет купить, когда вы находитесь на пляже. Или кому солнце припекло голову, можно тут на диванах посидеть, что я сейчас собственно и сделаю.